Здравствуй, зритель. Вообще хотела сказать здравствуй, народ. Здравствуй, народ вежливый и умный. А еще народ наглый, хамский и глупый. Надеюсь, никого не обидела. Потому что всех обвела своим вниманием. Я тут решилась, так как у меня есть молоко, теперь я буду покупать молоко, раз в неделю его теперь привозят по пятницам. Вот тут, не знаю, я с него сняла, там часов 5 спустя, вроде казалось сливки, но не уверена, что это сливки. Причем у меня сами сливки стоят вон там. Короче говоря, мне приспичило делать овсяное молоко. Я вчера замутила в 11 овса 100 грамм на литр воды. Правда, овсо у меня было, к сожалению или к счастью, не знаю, во всех рецептах, которые я читала и смотрела, писали, что типа это в основном читала. Не смотрела видео, но смотрела, именно читала текст буквы. Писалось, что овсо должно быть долговаримое. У меня оно оказалось совсем неваримое. Типа если совсем неваримое, то оно не питательное или не полезное, или витаминов там мало, или типа того. В общем, залила я в 11 часов. Я сейчас покажу. Ужаснись, народ, я еще не мыла. Да. Я еще хочу сегодня своять средство самопальное для мытья посуды. В 5 утра проснулась, почитала с телефона, потом поняла, что уже не сплю, пришлось встать поесть. Короче, в общем, тут у меня блендерной насадкой, режущей насадкой миксера я смешивала, потом через эту фиговину процеживала. И вот то, что у меня отцедилось, оно вот здесь, а то, что процедилось, оно вот тут. В смысле, тут типа молоко, а тут как бы то еще, что отцедилось. Хотела узнать, народ. Я вообще думала написать во флудилку Вики, но думаю, а вдруг там это Вики нету. Потом писать ей в личку, а вдруг Вика не в сети. Ну, может, кто... Потом подумала, что бы это не записать на видос, все равно фоткать буду, потому что в Кукпеде писала рецепт себе, чтобы не забыть. Кто знает, что вот с этой штукой можно сделать. Я вообще читала, что типа ее в тесто можно добавить. Я-то когда читала, что оставьте эту штуку, думаю, сейчас, наверное, там написано морду лица и протереть типа скрабиком. А там было сказано, можно в тесто добавлять, можно еще что-то. Я сегодня вообще давно планирую. Надеюсь, что сегодня получится эти овсяные, овсяные, конечно же, кабачковые оладьи. В общем, вот у меня тут молоко. У меня есть жирное молоко, а это овсяное молоко. Всем спасибо. Кто вякнет в комменты, что типа, Лёля, я знаю, вот что из этой хрени делать, я буду очень вам благодарен. Всем пока!